Всем привет! Меня зовут Екатерина Долженкова. Мне 25 лет, я представляю Забайкальский край. Мой город — Чита. Пою с детства, наверное, как и все. Потом это музыкальная школа. И, к сожалению, после музыкальной школы как-то все резко закончилось. Я училась в педагогическом и одновременно работала в школе. Но так сложилось, что пришлось со школы уйти. Я работала тренером, у меня была своя кондитерская домашняя. Случился прям большой-большой переворот. И я стала банковским работником, я стала руководителем в банке. Мне это очень нравится. Но петь я люблю больше. И я поняла, что всю свою жизнь я возвращаюсь к музыке, я возвращаюсь к вокалу. Мне хочется петь, мне хочется выступать. Я уже принимала участие в проекте. Это был второй сезон. Я искала тебя наяву. Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Наверное, не сложилось из-за того, что... Ну, песня, может быть, не моя, да. Ну, вот не получилось у меня так бы спеть, как я хотела. Первый раз было страшно. А во второй раз страшнее, еще сильнее, но хочется...